Папа, я что-то проголодался. Давай Женечку запашем, чтобы она что-то сварганила. Женя, ты где? Женя! Я её, кстати, со вчерашнего дня не видел, так что это немного странно. В смысле, а где она? Слышишь звук? Звуки откуда? Случайно из подвала исходит? Женечка, ты там, Женечка? А ну, чё там? Кто это? Нихрена себе! Женечка, это ты, Женя! Лайки. О чем она говорит? Какие лайки, Женечка? Лайки под видео. Чтобы лайки ставили? Кто? Лайки, да, лайки. Лайки. Ладно, мы поставим лайки, только с тобой все в порядке, Женечка. Мы будем ставить лайки, очнись. Комментарии тоже под видео, да? Так, короче, да, Женечка, мы будем ставить комментарии, лайки под видео. Ну что с тобой, Женечка? Женечка, очнись! Что же, мои дорогие, родные мои? Женечка, что с тобой, Женечка? Я люблю лайки, и я также люблю мозги. Я хочу вас всех убить, потому что вы нарушили закон. Где мы? Вы попали в ад, потому что вы... Ой. Выпусти нас, давай! Открой еще раз! Понимаете, и поэтому я вас посадил в такую тюрьму. Добро пожаловать в ад! Женечка, ты что, конченая? Выпусти нас! Верни нас домой! Женечка! Сейчас накиничу! Папа, что я вообще не понимаю? Женечка, выпусти, пожалуйста! Вы должны... Что с тобой произошло? Вы должны умереть! Женечка! Где мы? Скажи нам, Женечка, где мы? Ты в аду! Открой дверь, ну открой дверь, девочка, Женечка, ты с ума вообще сошла, пожалуйста, открой дверь, Женечка. И нас, я открою вам дверь, и вы познаете мою мощь. Смеется, как обезьяна, да? Да, что такое, я не знаю, Женечка, ты нас вообще разводишь, или ты реально там демон какой-то, Женечка? Заткнись! Что с этим происходит? Проходите, мои сладенькие. Только тихо, не убегайте. Стойте здесь, идите за мной. Так. Я здесь главный, буду командовать. Ай, больно, что ты делаешь? За мной пошел! Ладно. Где этот мелкий? Где мелкий? Беги! А ну ты стой на месте! Я не знаю, куда бежать, Где он? Где он? Женечка, пошел до ста меня, Женечка. Ты хочешь умереть, ты хочешь умереть? Не бей, пожалуйста. Окей, беги за мной, следуй за мной. Все за мной, вперед. Шагом марш, раз, два, три. Можете покушать, Женечка, может отпустишь нас, может передумаешь, пожалуйста, Женечка, передумай. Добро пожаловать на место казни. Я тут казнил уже много людей. Вот, например, его зовут Вася, этого зовут Сережа, а этого зовут Андрей. Вот смотрите, вот тут Андрей. А вот этого, вот этого. Этого зовут Павел. Вот. Значит, вы подвигаетесь к смерти! Вы умрете сегодня в этой лаве, в этой дырке. Все, да, пошли домой, там футбол начинается. Стоп, стоять! Она вернулась, папа, она бессмертная! А ну, быстро, залезли в эту лаву. Она бессмертная! Первый у нас будет Эдуард! Не-не-не, только не, я еще молодой, папа уже старый, давайте его! Быстро! Женечка! Быстро встань, сюда! Сюда! Нет, пожалуйста, Женечка, не нужно! Прыгай! Вот, подпрыгнул! Нет, прыгай туда! Не прыгай! Не смотри! Вот, прыгнул! Нет, прыгай туда! Куда туда? Туда! А что там интересного? Я не хочу. Прыгай в мой котелок. Женечка. Папа, сделай что-то, пожалуйста, я не хочу умирать. Папа ничего не поможет, папа тоже врет. Стоять, не двигаться. Беги, папа. Стоять. Это единственный шанс. Страшно, схватить их. Женечка, бежи. Ай, папа, беги. Не обращай на них внимания, мы убежим. Схватить их. А ну, схватить их быстро. Быстро схватить! Убегай! Нет, тупик! Папа, куда? Здесь тупик. Куда бежать? Все было продумано, вы никуда от меня не идете. Папа, что делать? Всем кончено. А теперь вы умрете в мучениях.
А что это за рычаг? Не знаю, а что он делает вообще? Не знаю, как проверить. Хорошо, все как нужно. Пап, ты вообще красавец, дай пять, пап. Давай пять. Вообще красавец. Так, как бы нам сейчас домой вернуться с этого ада? Женечка, что с тобой? Мой план все равно сбудется! Нет! Так, ну пока она на лечении, можно пока погадать, вылечится она или нет, как ты думаешь? Да, я не знаю, но давайте, ребят, поможем Женечке, давайте будем ставить много лайков, чтобы Женечка выздоровела, стала опять нормальной, да, папа? Нет! Большие пальцы ей тоже надо ставить, не только лайки. Да, она вообще с ума сошла. Ребят, давайте даже напишем комментарий, Женечка, будь здорова, чтобы Женечка нормально стала, да, папа? Да, чем больше будет здорово. Комментариев... Чем больше будет комментариев, Женечка, будь здорова, тем она будет больше здоровой. Ну что, а сейчас остается только ждать, наверное, мы будем прощаться, да? Да, ну а пока мы попрощаемся, посмотрим, что дальше будет с этого. Поэтому всем большое спасибо за просмотр, всем пока. Пока. Отдайте мое тело науке!